Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Мастерской GSM Dog. В этом видеоролике я хочу рассказать вам, как перенести переписку WhatsApp с Android смартфона на iOS. Для начала нам нужно установить программу iTunes, чтобы компьютер определил iPhone. Пишем «Скачать iTunes для Windows 7», если у вас семерка, или для Windows 10, если у вас Windows 10. Нажимаем «Загрузить», ждем окончания загрузки. Кликаем на скачанный файл «Запустить». Ждем, когда распакуется установочный файл. Далее галочки можете оставить на свое усмотрение. Нажимаем «Установить» и ждем окончания процесса установки. Процесс установки занимает 1-2 минуты. Далее переходим на сайт tenorshare.ru. В разделе «Продукты» выбираем IKEA Phone WhatsApp Transfer. Пролистываем вниз и нажимаем «Скачать». Запускаем скачанный файл, нажимаем кнопку «Запустить», ставим галочку на лицензионном соглашении, нажимаем «Установка». Пока устанавливается программа, можно ознакомиться с ценами на сайте производителя. Далее нам нужно установить WhatsApp. Для этого мы открываем App Store, нажимаем на иконку «Поиск», вписываем слово «WhatsApp». Нажимаем на иконку «Установить». Ждем, когда установится WhatsApp, но не активируем его. Просто сворачиваем все программы и заходим в настройки. В настройках заходим в свою учетную запись, пролистываем немного вниз, пункт iCloud, и находим пункт «Найти телефон». Отключаем его и вводим пароль от iCloud. Далее маленькая подготовка Android смартфона. Заходим в наш WhatsApp. Сверху три точки. Настройки. Чаты. Резервная копия чатов. Вот здесь обязательно должен быть выбран аккаунт. Здесь ставим галочку «Добавлять видео». Нажимаем «Резервное копирование» и ждем окончания процесса. После копирования сворачиваем все программы, заходим в «Настройки», пролистываем в самый низ. «Сведения о телефоне», «Версия ПО». Тапаем 8 раз по строке «Номер сборки». Возвращаемся на 2 уровня выше. Параметры для разработчиков. Пролистываем немного вниз и включаем пункт «Отладка по USB». Окей. Сворачиваем все окна. Запускаем программу на компьютере. Подключаем iPhone. Нажимаем «Доверять». Далее подключаем наш Samsung. Протягиваем шторку сверху и выбираем пункт передачи файлов. Это важно. Далее ждем, когда на компьютере установятся все драйверы. Это произойдет автоматически. Далее на Samsung нажимаем «Разрешить отладку». В программе TenorShare выбираем WhatsApp. Выбираем искомое устройство Android, а устройство получателя iPhone. И нажимаем «Продолжить». Программа предупреждает нас, что данные на iPhone будут перезаписаны, что лучше сделать заранее бэкап
Нажимаем «Продолжить». Процесс переноса данных займет некоторое время в зависимости от объема информации. На этом этапе надо ввести номер телефона, к которому привязан наш WhatsApp. Нажимаем «Проверить», «Продолжить», еще раз «Продолжить». Вводим код из SMS, который придет на данный номер телефона. Продолжить. Ждем окончания процедуры переноса данных. Открываем WhatsApp. Принять и продолжить. Разрешить. Вводим номер телефона. Нажимаем «Готово». Да. 874586. 874586. 586. Пропустить восстановление. Разрешить. Теперь на компьютере нажимаем кнопку «Уже вошли» и ждем окончания переноса всех файлов. После переноса файлов iPhone перезагрузится. Заходим в WhatsApp и проверяем итоговый результат. Все чаты, все переписки на месте. Все отлично. Друзья, если вам понравился данный ролик, делитесь им в социальных сетях, ставьте лайк, нажмите колокол, чтобы не пропустить очередное видео. И всем удачных ремонтов. Пока!